утро на Елисее. Что же там попалось? Так, нужна инструкция. Так. Угу. Все понятно. Доброе утро! Чем больше отчаянных домохозяек, тем, как говорится, лучше. Ну а тема у нас сегодня – пластиковые контейнеры из шоколадных яиц. Рита, что тебе попалось в этом яйце? Это кто такая? Это принцесса, да? Да. Рита, а вот отчаянные домохозяйки всегда следят за чистотой в доме. Поэтому твои заколочки и резиночки мы сейчас спрячем в яйцо. Складывай. Все поместилось. Видишь, как удобно? Да. Теперь ты не потеряешь свои заколочки. Держи. Для взрослых тоже такой контейнер может пригодиться. Например, чтобы насыпать в него соль. Давай. И взять с собой в дорогу. Теперь нужно протыкать дырочки. Да, правильно. Если проткнуть сверху дырочки, то у вас получится полноценная солонка. Все отчаянные домохозяйки любят слушать музыку, правда, Рита? Да. Но для этого нам иногда необходимы наушники, чтобы не мешать другим домочадцам. Ну а чтобы наушники не запутались, будем использовать снова пластиковое яйцо. Держи, открывай. А мы пока аккуратно скрутим наушники. Вот таким образом. А теперь прячем в яйцо. Держи. Оп, закрывай. Все. Рита, ты как в рекламе пытаешься натереть зубной пастой яйцо? Да? Да. Продавилась. Ты смотри-ка, ты нагрела шоколад просто. Давай мы зубную щетку спрячем в пластиковый контейнер. Берем ножик канцелярский и аккуратно прорезаем дырочку внизу. Удаляем ненужную запчасть, открываем, ставим щетку. Оп! И закрываем. Теперь щетка у нас надежно защищена. Можно брать с собой в дорогу. Можно мне мультик на телефоне посмотреть? Можно, конечно. Ну а чтобы телефон у нас не упал, установим его при помощи пластикового контейнера. Разрезаем пополам. Делаем прорези вот таким образом. И во второй части контейнера точно такую же прорезь. И во второй половинке тоже. А пока Рита у нас смотрит мультик, я ей приготовлю вкусняшку. Берем половинку яйца, кладем в нее светлый йогурт. Нам нужно сделать ровненько, чтобы было похоже на настоящее яичко. А сверху кладем банан. Он у нас будет выполнять роль желтка. Самый настоящий детский десерт. И это далеко не все способы применения пластиковых контейнеров из-под шоколадных яиц. Наелась сегодня шоколада вдоволь Виктория Лазарева, наигралась в игрушки. Отчаянные домохозяйки. Я такая отчаянная. Вся такая домохозяйка.